Перуанские правоохранители арестовали двух высокопоставленных членов повстанческой группировки «Светлый путь». По словам полицейских, маоисты заложили взрывчатку и спрятали оружие возле трубопровода, соединяющего месторождение газа со столицей страны. В настоящее время боевики доставлены в Лиму. К сведению, группировка была создана Абимаэлем Гусманом в 1960 году. В нее вошли университетские преподаватели и студенты одного из самых бедных перуанских департаментов. В 80-х организация начала вооруженную партизанскую войну против представителей власти. В настоящее время «Светлый путь» насчитывает около 400 активных членов. За время своего существования не менее 70 тысяч человек стали жертвами этой группировки.